1 апреля в России начнет действовать ряд значимых поправок в законодательство. Социальные пенсии вырастут на 3,4%. Индексация затронет почти 4 миллиона россиян. Средний размер выплат составит 10 183 рубля. С 1 апреля можно будет подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее. С апреля вводится запрет на продажу смартфонов, компьютеров, планшетов и смарт-ТВ без установленных на них отечественных программ. Всего по умолчанию на смартфоны и планшеты будут ставиться 15 приложений, которыми ежедневно пользуются примерно 90% наших граждан. Это приложения наших ведущих интернет-компаний Яндекс и Mail.ru. Мы даем производителям сейчас 3 месяца на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы этих устройств будут штрафоваться. С 1 апреля изменяется правило проведения экзамена на водительские права. Так, проверку навыков вождения станут проводить исключительно в условиях реального дорожного движения. Отдельного экзамена на закрытых площадках не будет.